Циркумфлекс, пирожочки, с вами Старпёр, и я забыл, что делать. Пойдемте глянем, есть ли Герман. Германа нет. Поднимитесь на часов невиданные. Что это? Так. Я вам обещал убить чувака, который на крыше ебашил меня из пулемета. Здесь он вроде был, да? Старый Ярном. Блин, я уже не помню. Кладбище. Походу здесь. Приветик. Ах ты, скотина. Я тоже могу бахнуть. В смысле, ты живой? Это ты. Ты чудовище. Просто подумай о том, что творишь. Это безумие. Я покажу тебе безумие. Значок охотника пороховых бочонков. Так, а можно пулемет поюзать как-нибудь? Серьезно, нельзя? Вы не дадите мне побаловаться с этой вот штуковиной? Ну и пошли в жопу. Окей, Бюргенверт. До него я дошел в прошлый раз, и давайте изучать, что это за лока. Отдаленно напоминает сраный лес. Ну, в принципе, здесь все друг друга напоминает. Это ракашка. Точнее говоря, какая-то муха навозная, я хз. Стопудовый это шорткат, ну конечно, да? Закрыто устройством, потом откроем. Ой. Еще один. Ну-ка сюда подойди. Ай-яй-яй, сзади. Стамина контроля у меня, конечно, 10 из 10, я думаю, вы сами видите. Никакого дропа за деревом секретного? Ну ладно. Так, если я спрыгну, я... А, нет, лестница есть. Ладно, давайте сначала сюда тогда. О, Ктулху! Да блин, сколько у тебя этих зарядов? Тихо, нет. Только не убивай. Я и не дамажу ни хрена по нему. А вот он по мне дамажит, пипец. Да ты гонишь. Ладно, он меня не убьет, главное за дерево спрятаться. Интересно, он меня не убивает, типа, по скрипту, что он вот чуть-чуть здоровья оставляет? Или мне просто так повезло, что мне реально вот здоровье вот именно столько, сколько нужно, чтобы пережить эту атаку. Ну давай. Тайное озеро. Три ртутные пули, это моя награда за этого чувака, серьезно? Три ртутные пули?
А вот здесь, кстати говоря, спидруини же перепрыгивают этот заборчик, и вон там босс. Это место я помню. Там будет паучара. Точнее говоря, какая-то хреновина с кучей пауков. Но так как я прыгать не умею, я буду добираться до нее как-то... Так как задумали разработчики, блин, что эти меня жрут, что ли, серьезно? Может, не надо? Вон там что это такое стоит, видите? Это еще что? Ой. Ни хрена себе фаербол мощный. С виду. Цветочек какой-то. У меня цветочком на меня наводит. Ой, какая противная хрень. Ты тоже не дамажится. Да вы задолбали, если честно. Так, стойте. Дроп превыше всего. То бишь лут мудрости великих. Блин. И чё? Серьезно, так близко шорткат? В чем подвох? Ну типа, да. 5 минут, наверное, не прошло. Ладно. Успокоительное. Ну там кто-то на меня накладывал эту хрень, кстати говоря. Блин, она какая-то вроде такая не особо агрессивная, если в упоре. Вот этими ножками своими не бьет, хотя могла бы. Получается, только цветочком стреляет, и вот из этой вот... ну, вы поняли, выливается в... Ладно. Тебя убил. Просто так. Вообще никакого дропа. Охренеть. И что? И, похоже, ничего. Так а куда мне идти-то тогда? Нет, не получилось. Ну, здесь нет никаких проходов. А, стойте, господи, дверь. Да ладно. Может, с другой стороны тоже дверь будет? Вот это, она еще и открыта была, господи, как. Охотник жаждет встречи с тобой. Походу здесь PvP-моба будет опять. Непонятная мерзость какая. Не кнопка. О, приветик. Жемчужный слизень. Зашибись, вот не хватало мне. Так, это... Ой. Чего ж вы все на меня нападаете-то? Блин, а где мой урон? Я не понимаю. Почему урона нет? Что это за 90-100? Что это такое? Чё, блядь? Ты зачем это сделал, дурак? Да отстань, муха. Не до тебя. Давайте открою эту дверь.
чтобы не у нас получиться. Да, бля. Просто пипец, меня чуть муха не разогнала, жесть. Так, ну и где эта псина-то? Блин, это призыв! Сука. Это кара. Блин, я забыл, что это призыв. Ладно, ладно, блин с ним. О, давай, ебашь его. Ты до завтра будешь его убивать. Окей, помогу. Так и быть. Нихрена себе. Еще и взрыв ауешный. Ой, он так умеет. Вот я призвал. Ай-яй-яй, можно было засадить. Кстати, девушка, судя по стонам. Блин. Ну ладно. О, давай, давай, давай. Здравствуйте, мадемуазель. А что так, это я понял. Ничего тогда. Ну, дай пройти. Заперто, заебись. Где-то... А, во! Что это? Когда красная луна висит низко, грань между человеком и чудовищем размывается, и когда снизойдет великий, в чреве появится дитя. Ну, допустим. Это кара женщины, поэтому помню Колю счета. Да, или можно призвать фантома. Ну что, ты за мной полезешь или нет? Он? Ключ от лунария. А как это прочитать? Высокие места от них тут воняют. А, вон она стоит. Да? А, во, да, да. Привет. Дай-ка я тебя бахну. И без дропа, конечно же. Женщина с войной исчезла, и зловещий звонкий колокол замолк. Грех сидит наверху. Берегись скрытую атаку, насекомые от них тут воняют. Что, на голову у них кто-нибудь свалится, да? Ага, привет. Не смей пялиться на меня. Мимик, что ли? Пустая раковина фантома. Говорят, что пустая раковина беспозвоночного – это фамильяр великого. Церковь исцеления открыла множество беспозвоночных, или фантомов, каких еще называют. Раковины со слизью все еще хранят тайную силу. Ее можно натереть оружие, чтобы наполнить его мощью. Это типа вместо бумаги. Ну, только я не мог его использовать. Странно это. Так, и что мне делать? Вообще-то ключ какой-то нашел. Давайте заценим. Давайте найдем, от чего он. О. Лучший выбор уважения. Ага. Конечно. Так, сломаем все.
Все поломаем. Почему бы и нет? Блин, это как где дверь? Где этот лунарий? Где он должен быть на самом верху? Да? Или нет? Нет, что-то не похоже. Окей, там еще была запертая дверь. Прямо здесь вот. Рядом. О, блин, чувак, ты не попал? Ни хрена ты, стойкий. Вот здесь запертая дверь. Одна единственная. Может быть, это ты, лунарий? Да, это ты. Здрасте. Сударь, вы как? Нахуй, это туда или что? О, хозяин, не смей пялиться на меня. Не дай себя обмануть. Ну я понял, я понял. Ну это походу, помню убить первым. Это походу шагни вперед. Это арена с этой, с ром. Сто пудов. И чувак за мной не идет. Ладно, погнали. Озеро лунной стороны. Ну где ты, того? Разный паук. Я знаю, что типа она будет меня телепортироваться при достижении определенного количества хп, типа получать новые атаки. Но как-то эту телепортацию можно сбить. Типа во что-то надо ей ударить. Короче, я хз. Что такое сказочный? О, он пришел, гля. Он так и пришел. Ну раз ты по 140 дамаж... А, нет. Перехвалил, блин. Блин, а чё? А, ну походу, наверное, из-за того, что я вот в эту вот каменную какую-то рожу, короче, фигачу, поэтому нет урона. Ладно, давайте я попробую прямо вот в неё зарядить. Спасибо. Больно чё так. Да, если в жопку бить нормально урона. И сбоку нормально тоже. И у нее тоже бронированная рожа. Ай. Ну, ну давай. Что тебе? Не, я хз, нереально. Ну, в смысле, это надо точно знать и тренировать еще тысячу часов. Ой, ой, ой! Что это такое? Блин, лучше бы ты энергетический щит наколдовал мне, братан. Или типа того. Да что это? Походу на башку поднимает и кастует у меня это говно. Может быть сработает? Ну-ка. Бля.
какого хрена? Она меня обоссала или что? Сука, какое говнище, ну? Да пиздец, блять. Она очень быстро улетела, просто пипец. А, два залпа, блять, окей. Или нет, блядь? Да что он делает? Пиздец. Убивай своих пауков, мразь. На нахуй.
Ничего теперь. Ром праздный получен. Что-то там так. А что мне делать? А, вот. Трешня какая-то пошла. Секрет ритуала раскрыт, ищи дитя кошмара. Какого ритуала? Кого искать? Что это такое? Почему здесь столько кровищ? Ну что, ёбнутый, что это такое? Можно меня выпустить отсюда, пожалуйста? Да, блядь, там еще кто-то стреляет, сука. Да, блядь. Пиздец. Подождите, это соборный округ, а где я тогда? Что-то я не понял. Я Аргал, духовная деревня. И как ту штуку убить? Голосы крови от них тут воняет, окей. Красивенько, кстати. Ну, наверное, по лору это очень плохо. Ой, бля. Фонарь. Тебе нужно принять чудовище, рано или поздно шагни вперед. Типа, мне рано или поздно придется с ним драться, мне про это говорят сейчас, я правильно понял? Берегись толпу, поэтому с засадой обращайся аккуратно. Помни искореженного, поэтому бойся безумия. Чё их тут так много-то? Да ты задолбал. Короче, сейчас я сдохну здесь, ну, чисто разочек. Вот пиздец. Приятного аппетита. Ой. Короче, в топку. Рома я убил. Я собой доволен. Ну а что здесь сделать? Разберемся потом. Все, пирожочки, спасибо большое, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на мои каналы, если хотите. А с вами был Старпер. Всем счастливо.